Всем привет! Сегодня мы идем в кино. Я кого-то в поход пошла, потому что я набрала кучу помад, кучу антисептиков, кучу денег и телефонов. Надеюсь, мы другой объектив не попали. Я лучше замени пип на капибару. Мы тут сделали чуть-чуть стоп, потому что мы переходили быстро дорогу, и чуть камера не упала почти. И я отстала от группы, и мы тут еле догоняли. Мы тут застряли. Вообще смешно. Ну да, у нас вообще много времени. Кто сказал? Собачка! Я застреваю, но это же так круто. Ну да, мы... Наверное, сейчас смотрите и думаете, дебилка, что ли? А вот мы и подошли. Фото. В общем, вот мы пришли. Сейчас мы должны типа купить билеты. 50 оттенков серого. Нет. Вот, 50 оттенков серого. Все покупают. Смотри, какая очередь. Класс, пришел в кино. Вот мы пришли в кино. Сейчас посмотрим фильм. Доброе утро, тетя Люси. Доброе утро, ураган Бахматы. Ну что ты так распроявился, как стихийное бедствие? Но дядя Пастуза, они созрели. Все-таки нам далеко. Подвинь чуть-чуть. Такое ощущение, что мы спали, а не в кино. Фильм вообще клёвый был. В общем, сейчас мы покушаем. Очень быстро все прошло. Для нас это было почти 2 часа. Ну, да. Для вас это было почти несколько секунд. Самое лучшее в жизни кино. Самое главное. Я покажу всех. Ай! Как мило. Всем привет. Вот окошечко. А почему она круглая? Чего ее? Здрасте. Блин, я выгляжу как дурочка в этой прическе, если честно. Пунь-пунь.